Мы вас приветствуем. Ну вот, совсем два дня до потрясающего события. Спиваков берет скрипку и выходит на сцену. Я счастливый человек, потому что это будет со мной. Послезавтра, 25 числа, в Доме музыки, двойной дуплет, а 27-го, второй Прокофьев и 4-го Рахманинова. Маэстро, как вы поживаете? Комси-комса. Это будет... Не будем говорить о будущем, но я счастливый человек, потому что это будет совсем скоро. Браво, маэстро, то, что вы взяли свою гениальную скрипку Страдивари. Мы этого ждем. Ладно, спасибо. Yes.